Большое вам спасибо. В 2008 году, когда я начинал это, и когда в 2012 году я первый раз дрался, подписали VLC, очень многие не верили, очень многим это было невозможным. Я простой парнишка из обычного горного села Дагестана, приехал сюда. Вчера мне брат даже говорит, Богу сказал, что ты самый обсуждаемый человек на планете. Я просто не мог в это поверить, потому что... Просто вы сами представляете, да? У меня даже в голове этого всего не было. Я просто хотел вместе с отцом мы шли. Просто хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Альхамдулилля. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними, все. У меня один остался родитель, это моя мама. Я хотел побольше времени ее уделить.